Я извиняюсь, спасибо моей жене Света. Говорит, слушайте, тихо, мой муж говорит. Знаете, что это, о чем говорит? О уважении мужа. Я люблю его. А любви мужа. Сегодня такой круг собрался, наш самый узкий круг, самый близкий. Вот. Это исторический день. Исторический день в том, что вот мы видим наших самых близких казанов. Ларисичку, Орен, Вару, велком, как говорят по-американски, Вару Фабаин. Вот, мы рады вас видеть с приездом, чтобы я хочу вам пожелать, чтобы у вас отдохнули здесь, взяли больше энергии, чтобы получили удовольствие, потому что это нелегко, встречаться, приезжать. Вот, оставлять свой дом, дети, внуки, келин, домов, работу и выбираться. Мы это у нас тоже бывает. Вот, я хочу от души вам пожелать, чтобы все то, что вы запланировали, чтобы это осуществилось здесь. Амин. Рад вас всегда вас видеть. Во-вторых, я хочу от души поблагодарить Эсю. Стелочка! Эстер! Эсия! Действительно, уже вот прошло 2 недели от поминки бабушкиной, дедушки. И 2 недели, она день и ночь, у нее в голове только вот это. Что приедет, как принять, как организовать, как самым лучшим образом, чтобы это прошло. Вот. Я 1000 извинений прошу еще раз, я немножко опоздал, должен был первый прийти.